Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Вы на канале Автогараж. Подписывайтесь, кто не успел. Напоминаю, что мы делаем автомобиль Гелленд УАЗ. Собираем его, значит, по запчастям, там все это восстанавливаем. Вот нам, собственно говоря. И нам нужно сейчас наклепать колодки. Сейчас я покажу вам, как это сделать. Для того, чтобы наклепать колодки, нам потребуются клепки, молоток. Зубил я возьму вот такое. Пока все. Так, вышибаем эти старые ненужные вещи. Раз. Два. Так, берем колодку, зажимаем ее в тиски и срубаем клепки. Клепки алюминиевые, срубаются очень легко. Я вот стамеской это делаю. Ну еще потребуется какой-нибудь штырь. Клепки, собственно говоря, выбивать. О, я буду использовать вот такую херню от набора инструментов. Аналогично делаем с другой стороны. Теперь снимаем накладку. Эти клепки тоже все захрясло. Срочно найти, чем выбить. Та-та-та-та-та-та-та-та-там. Сейчас колодки уже не продаются. Эти накладки на колодки сейчас все уже продаются. Клепано. Поэтому видео может быть не актуально. Но накладка за 5 рублей куда лучше, чем колодка за 200. Одна колодка стоит 200 рублей, друзья. Одна накладка 20 рублей. Что легче для вас, решите, пожалуйста, сами. Если вы купили Гелленд УАЗ, Гелленд УАЗ, как вы знаете, машина не для ленивых.
Это принимайте к сведению. Так, здесь можно. Мне отдали колодки, но это, если вы не в курсе. Вот гелентуазовские, а это волговские. В чем разница? Правильно, в том разница. Одни клепаются, другие клеятся. И все. Накладываем колодку. Берем клепки. Хуя как клепки сейчас не такие, нахуй. Пиздец. Нет, тут подходит. Тут подходит. Вот такая хуйня. Теперь этот штыречек нам пригодится, сослужит хорошую службу. На штыречек надеваем, много раз клепываем. Сразу не нужно это делать. Вот немножечко. Добры, поставьте лайк. Если вам видео не понравилось, поставьте дизлайк обязательно и напишите адекватный комментарий. Только будьте честны перед собой, на самом деле адекватный. Что вы считаете по этому поводу? Ну, а вы были на канале Автогараж. Можете посмотреть еще от моих несколько видео. Здесь мы работаем с гелентвазом. Ремонтируем сит. Снимаем трофи. Трофи соревнования. Всем пока. Все. Вот мы и наклепали.